Сегодня по всей стране откроются профсоюзные правовые приемные. Более 100 инспекторов бесплатно проконсультируют желающих по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов работников. Место и время проведения консультации можно узнать на интернет-портале Федерации и в организациях профсоюзов своего города. Только за прошлый год профсоюзные инспекторы труда приняли более 4000 человек. Основной блок обращений связан с трудовой деятельностью, а также жилищным и пенсионным законодательствами.